Утро – это очень круто! С добрым утром, малыши! Сегодня с нами вместе это утро встречает юная певица Лиза Резчикова. Лиза, привет! Доброе утро, Хрюша, Антон! Рада встрече с вами! Мы тоже с нетерпением тебя ждали. Рассказывай, что новенького. Ой, так много всего нового, даже не знаю, с чего начать. Да, с самого своего любимого занятия. Ну, конечно же, это вокал. Я все время пою. В театре эстрадные песни, на различных концертах, конкурсах, в телевизионных проектах, в мюзиклах и спектаклях. О, наверное, участвовать в мюзикле очень ответственно и непросто. Да, надо да. Не только хорошо петь, но еще и играть свою роль, танцевать. Да, да, да. Конечно же, в этом мне помогают занятия актерским мастерством и хореографией. А еще совсем недавно я попробовала себя в роли модели и телеведущей. О, значит, мы с тобой коллеги? Тогда у меня есть для тебя очень интересное задание. Я придумал одну рубрику «Новости про новости» и решил устроить кастинг. Антон уже записался. Я? А, да? Да. Да. Да, чуть не забыл. Ему нужна соведущая. Согласна попробоваться? Ну, конечно, это даже интересно. Так что нужно делать? Да. Сейчас, сейчас. Лиза, перед тобой на планшете новости. Надо просто прочитать их. Только в нашей студии может случиться что угодно. Что угодно? Да, и ты, как ведущая, должна вести программу, несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Итак, ну что, готова? Конечно. Точно? Точно. Так, надо принять позу ведущего. Спина ровная? Ровная? Крыша ровная? Ровная, ровная. Да, глаза в камеру, вот камера, видишь? Глаза в камеру? Да, да, да. Молодец. Уверенность и заставка. С вами сегодня и ежедневно. Новости про новости. Карусель событий и ярких впечатлений. В студии Елизавета Резчикова и Антон Зоркин. Вчера на стадионе Кривые Ворота состоялись соревнования по бегу на 100 метров. Все спортсмены прибежали к финишу в мыле, что позволило закончить соревнования красочным шоу мыльных пузырей. Победила дружба. Ура! Так, ну а мы переходим к нашей следующей новости. Сегодня... 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 Сегодня утром жителей района Гремякино... Сегодня... разбудил ужасный грохот. Сегодня... Ученые предполагают, что звуки были вызваны падением огромного метеорита. Смотри, какая молодец. Так, хорошо. Мы переходим к следующей новости о погоде. За окном прекрасная дождливая осень. Ветер северо-западный. Зонтик не открывается. Умеренный. Не открывайте. Вот так открываются. Что вы говорите? Умеренный ветер гоняет большие облака. Черные тучи не радуют прохожих мелким дождиком. Мы тебя не капаем! А у нас в студии тепло, уютно и сухо. На этом все. Не переключайтесь. И хорошей вам погоды сегодня, солнечного дня. Великолепно! Да, здорово мы тебя разыграли, а? Я так старался тебя отвлечь и так, и эдак, но у меня ничего не вышло. А все почему? Потому что из тебя выйдет классная ведущая. Страхи на стоп, мысли на ноль и вперед к своей цели. Так поется в моей песне, которую я исполню. Отлично! Ребята, а вы живите активно и мыслите позитивно! И у вас все получится! Каждый день перелистываю я страницу, чтобы понять, откуда начать поиски утерянной границы. Страхи на стоп, мысли на ноль. Это заслуженно главная роль. Это только моя роль, это моя роль.
снова буду сильный. Раз, два, три. Стряхну с мечты всю пыль я. Я до конца, до финала. Я держусь, я не устала. Раз, два, три. Сожму в кулак я чувства. Раз, два, три. Как не было бы грустно, я найду то, что искала. Отыщу я свою орбиту. Ведь я счастью настежь открыта. Соберу в ладони звезды. Собой быть никогда не поздно. Отыщу я свою орбиту. Отыщу свою орбиту.